вчера мама с ребенком идут, говорит, а мы к зиме готовимся. Наверное, зимний пейзаж. Вот. А будет меняться картинка? Я говорю, какая? Она говорит, ну, например, летом будет лето с цветами. Полотна на стенах подъездов. Не часто такое увидишь. Взмах кисти, последние штрихи и работа мастера готова. И вот уже журавль в небе, а под ним живописный лесной пейзаж. Теперь такой подъезд не иначе как парадным не назовешь. А лучшая оценка – признание жителей. Вчера выходил с квартиры, просто, я не знаю, загляденье. Я не встречал таких вот расписных стен в подъездах. Просто супер замечательно. Очень благодарен тому, кто выделил средства на это, художнику. А именно Эльвире Казачинской. Это работа ее рук. Рисует в удовольствие уже 23 года. За это время преобразила не один подъезд. На ее счету и роспись стен детского сада, и другие объекты. Говорит, так она привносит свет и радость в повседневность. А в ответ улыбки и удивления. Такая вот формула счастья. Все проходящие мимо, выходящие из квартиры, заходящие, все говорят, а вы художник? Да. Спасибо вам, вы оживили наш подъезд. И все, кто идут, молодые люди, пожилые, все говорят спасибо огромное, то, что нужно. Этот красочный подъезд стал участником конкурса «Парадный вход», который проводится при поддержке администрации округа. Если победит, картину будет оценивать областное жюри. По словам автора, идею рисунка навеяла цветовая гамма. Захотелось внести веселости и осветлить мрачные стены. И получилось, подъезд задышал. Но для чего все эти старания? Самореализация, может быть? Удовольствие просто от сделанного дела. У художницы есть новые задумки. Например, раскрасить подъезд в стиле городецкой росписи, как ностальгия по детству. Так что, возможно, скоро и ваш подъезд заиграет яркими красками. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».